Здорово! И сегодня мы поговорим о Polaris Sector. Это космическая стратегия в реальном времени. И давайте в этот раз начнем с геймплея. Нам предстоит управлять планетами, строить свой флот и завоевывать галактику. Но для начала нам предложат пройти туториал. И в целом он хорош, но в нем уделено больше внимания сражениям, а не экономике. С другой стороны, если бы они остановились подробно на всех аспектах игры, это было бы чересчур громоздко и отпугнуло бы часть аудитории. В общем, вначале придется очень много читать, даже после его прохождения. Сама игра на среднем уровне сложности новичкам точно не покорится. Лично у меня сложилась такая ситуация, что я не смог производить корабли, потому что у планеты висел вражеский флот. А перепрофилирование экономики колоний оказалось слишком долгим. В общем, итог был печален. Поэтому стоит не только разведывать и колонизировать планеты, но и защищать свою территорию. Ну или платить дань более агрессивным соседям. Здесь космос недостаточно велик для всех желающих. Геймплей, конечно, поначалу кажется сложным, но по прошествии некоторого времени осознаешь, что это не совсем так. В игре есть ряд упрощений, вроде плоского космоса, упрощенной логистики и прочего, но от этого он точно не пострадал. Теперь поговорим о сюжете. Его нет. Есть описание 9 рас и только. С другой стороны, в этом жанре можно вполне обойтись и без него. Но лично я бы замаскировал подробный туториал под небольшую кампанию. Это бы добавило атмосферы. И пара слов о графике. Это 2D с элементами 3D, и требования к железу минимальны. Но это не главное. Это первая встреченная мной игра, которая нормально рисует интерфейс в 4К разрешении. И мне не приходилось вглядываться в мелкий текст. Это же просто офигенно! В общем, это тот случай, когда движок полностью соответствует возложенным на него задачам. Ну и в целом графика выглядит симпатично. Итак, подведем итоги. Геймплей хорош и может увлечь на долгие часы. С другой стороны, нет сюжета, но в таких играх можно обойтись и без него. Графика современная 2D с элементами 3D. Очень хороша. В целом, эта игрушка выглядит так, как и должна выглядеть космическая стратегия в моем представлении. Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание и пока. А также подписывайтесь, если хотите помочь каналу.